Я однозначно поддерживаю позицию нашего государства по поводу введения каких-то санкций, может быть, с нашей стороны к нашим чиновникам по их отдыху. Потому что, конечно, Россия огромная страна, где отдыхать у нас есть. Сейчас, конечно, мы развиваем Крым. Там сейчас будет замечательный курорт. Я знаю очень много людей, которые уже поехали туда отдыхать, очень довольны. И, конечно же, нам нужно время, чтобы как-то поменять в сознании не только наших чиновников, но и вообще граждан России в принципе о том, что отдых в России ничем не хуже, чем отдых за границей. И, конечно, в свою очередь хочется сказать, что это не только какая-то выгода для нашего государства, потому что, конечно, если наши граждане будут оставаться на нашей территории отдыхать, это, конечно же, тоже как-то для нашего государства будет полезно. Но мы привыкли лето проводить за рубежом, в Азии, и это не есть хорошо. Мы должны как-то расширять наши кругозоры и знать, что в нашей стране происходит. Поэтому нужно как-то развивать вот именно внутренний наш туризм.